знаете, второе воскресенье праздник на Бородинском поле, а третье воскресенье праздник на Куликовом поле. Ну что значит праздник? Вот как сейчас в городе. Это выступление, это, ну там, угощение. А вот экскурсии, чтобы вот посмотреть действительно музей, этого, конечно, нет. Музей такое количество людей просто не может принять. Поэтому если ехать погулять, да, на праздник. А если ехать вот с целями познавательными, то, конечно, не на праздник. Но вообще, по традиции, 20-21 у нас тоже духовенство принимает участие, значит, реконструкция обязательно, ну, то есть, понимаете, да, вот такие театральные костюмированные спектакли на тему, конечно же, монголо-татарского, вот это, ой, Мамаева побоище. И это будет вот тоже в эти следующие 20-21 выходные, ну, через выходные. А, нет, уже получается следующее. Так, мы езжаем с вами в Епифань. Значит, вот цель наша, вот та церковь, рядом с ней находится музей, Сергей. Вот туда. Но мы поднимаемся сейчас и там налево. Значит, очень так вот только минуточку промелькнет монастырь, очень живописно, посмотрите в левые окошечки поближе. Так, ну вот единственное, насколько я знаю, действующее предприятие, здесь вот дымочек, видите, теплится, это спиртзавод. Работает. Вот этот товар нужен. Ну вот смотрите вниз, уважаемые гости. Вот он, Дон. Да, такой ручеек. Представляете? Вот так никогда не поверили бы, да, однако ж вот. Ну исток недалеко. Он, конечно, сейчас обмелен. Лето засушливое. Конечно, все это очень повлияло на то, что воды в реках очень сильно спали. И, конечно, здесь в том числе. Так. Проходить экскурсия. Значит, тоже на две группы. Только я вас очень прошу разделитесь поровну, ну, чтобы вам просто удобнее смотреть. Вот, смотрите. У нас здесь с вами чаепитие, потому что, ну, по традиции, ну, не хочется раскрывать вот всего хода экскурсии, приема, но чаепитие это всегда, ну, как без приема, да, за столом. У хозяев всегда на Руси было так. Ну, и здесь тоже оно у вас будет, поэтому просто удобнее сидеть за столами. Удобнее сидеть за столами, и поэтому, пожалуйста, вот по 24 человека, ладно? Просто в ваших интересах. Значит, на две группы, и да, одновременно берут, просто один, ну, одновременно берут группы. Смотрите, вот поближе монастырек видим. Вот вам для деревни такой храм. Смотрите. Некоторые специалисты сравнивают его даже с Исаакиевским собором. Уважаемые гости, вы, пожалуйста, приготовьтесь выходить. Мы сейчас... Так, не встаем, не встаем. Сейчас я вас пешочком проведу. Разворачиваемся здесь. Если желаете, да, пожалуйста. Если он открыт, да. Это я уже не могу ответить на этот вопрос. Здесь уже как местная. Но мы попросим. Слушайте, а входят люди? Нет, его реставрируют снаружи. Я сейчас уточню. Если возможно, конечно. Итак, пожалуйста. Нет, мы идем сейчас в музей, пока у нас по времени музей. Деньги, телефоны, фотоаппараты.